чужим словам, коль скажут, все пройдет. Из тех, кто видит храм, не всяк в него войдет. Пусть наша жизнь как бег по разным этажам, но каждый человек свой выбор сделал сам. Да, человек переворачивает своей энергией горы, воздвигает и разрушает в короткие сроки целые города. Но если вглядеться, мы увидим, что энергия эта не увеличивает добра в мире. А что не увеличивает добра, то бесплодно. Даже уничтожение зла бесплодно, если оно не несет плодов добра. Не нами сказано. Жизнь людей в мире, согласитесь, стала бесконечно торопливо и суетно. Все бегут, боятся куда-то опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, чего-то не сделать. Кто не дает Богу своего времени, того Бог лишит своей блаженной вечности, взывает к ним Аводорофей из глубины веков. Наилучшее употребление времени есть посвящение его Творцу веков и времени, аргументируя, восклицает языческий император Тит. Однако машины несутся по воздуху, по воде, земле, но не несут счастья человечеству. Порой наоборот, разрушают еще оставшееся благополучие. А может быть, есть все же смысл притормозить, хотя бы на ближайшем перекрестке, оглянуться и задуматься. Мы не случайно выбрали это место. Возведенная без малого 100 лет назад, сия церковь остается самым молодым по возрасту храмом Вильнюса и достаточно осязаемой точкой отсчета в наших размышлениях. Вильнюсскую Константин-Михайловскую церковь народе еще называют Романовской. И не зря. Она была возведена в честь 300-летия царствующего дома Романовых. В том 1913 году к юбилею в Российской империи были построены десятки новых храмов. У Вильнюсской церкви двойное посвящение – святому равноапостольному царю Константину и преподобному Михаилу Малеину. Предыстория же этого события такова – православные жители Вильны задолго до юбилея императорской фамилии вынашивали идею воздвигнуть церковь в память подвижника православия в западном крае князя Константина Константиновича Острожского. В 1908 году в Вильне широко отмечалась 300-летняя годовщина со дня его смерти. Но храм-памятник к этому сроку из-за недостатка материальных средств построить не смогли. И теперь верным поводом для воплощения замысла представлялся Романовский юбилей, дававший надежду на благосклонность императора и материальную помощь от государства и патриотически настроенных меценатов. К юбилею в окраинных губерниях России новостроящиеся храмы возводились в честь первого российского самодержца из династии Романовых, царя Михаила. И чтобы Виленская церковь была в самом деле Романовской, было решено дать ей двойное посвящение – во имя небесных покровителей Константина Острожского и царя Михаила Романова. Первоначально новый храм собирались построить в центре города, на тогдашней Георгиевской площади, теперь площадь Савивальдибис. Но было существенное неудобство. На площади уже стояла Александро-Невская часовня, воздвигнутая в память жертв событий 1863-1864 годов. Пока в Виленской городской думе обсуждался этот вопрос, было найдено новое и во всех отношениях замечательное место для храма, памятника, а именно Закретная площадь. С площади, как тогда утверждали, с самой высокой точки города открывалась панорама Вильны. В направлении взгляда строго на восток во всей красе представлялся комплекс Свято-Духового монастыря. Предполагали, что путнику, входящему или въезжающему в город, новый величественный храм будет внушать благоговейный трепет. И вот 100 лет назад, в феврале 1911-го, Виленская городская дума приняла решение об отчуждении Закретной площади под строительство храма-памятника. И уже 17 апреля этого же года был совершен чин освящения места закладки церкви. Надпись на мраморной доске на внутренней западной стене Константино-Михайловской церкви гласит, что храм сооружен на средства действительного статского советника Ивана Андреевича Колесникова. Очевидно, следование истинно русскому благочестию определило и выбор Иваном Колесниковым архитектурного решения его 10-го Виленского храма в ростово-суздальском стиле с росписью церковных внутренних стен в древнерусском духе.
Строительные работы на Закрытной площади начались спустя 3 месяца, в августе 2011 года. Шли они под попечительством владыки Агафангела. Большинство работ выполнено московскими и частично петербургскими мастерами. Основным событием стала доставка из Москвы в Вильну 13 колоколов общим весом 517 пудов. Одна из древних традиций – это было звать к богослужению народ при помощи колоколов. И вот именно на этом месте, здесь, после того, как храм был построен, были повешены колокола. И они созывали всех жителей Вильнюса, которых можно видеть с высокой высоты нашей колокольни, и с одной стороны, с западной, и с восточной. И таким образом храм, который был построен на горке, мог созывать с разносящимся звуком от огромных колоколов, общий вес которых достигал около 15 тонн, с людей со всех и всех жителей города Вильны. 13 мая 1913 года, день освящения Константина Михайловской церкви, стал одним из самых памятных дней в истории православной Вильны. Освящал его архиепископ Виленский, Литовский Агафангел, ныне тоже святой Русской Православной Церкви. На освящение храма собралось очень много народу. Приехали представители императорской семьи, в том числе была и великая княгиня Елизавета, ныне святая Русской Православной Церкви. В этом храме молились, когда был смертельно ранен один из членов императорской семьи в ходе Первой мировой войны. Здесь стоял гроб с телом великого князя Олега. Также совершал богослужение неоднократно в этом храме архиепископ Виленский, Литовский Тихон, будущий патриарх и тоже святой Русской Православной Церкви. Наш храм уникален. Он был построен в рекордно короткие сроки. О постройке этого храма заботились вся Вильна, потому что он был памятник, он символ красоты православия. Его ростово-суздальский стиль говорит о том, что народ вкладывал душу. И вот прошло 100 лет. Мы с вами молимся в этом храме, который изначально строился не как приходской. И этот храм не закончен. Говоря о благолепии храма в канун двух его больших юбилеев, мы отдаем дань уважения и прежним его настоятелям в лице протоиерея Вячеслава Сковородка. И, конечно же, сегодняшнему молодому настоятелю, отцу Владимиру Ренкевичу, добрым помощником которого в этом благом деле стал постоянный участник наших программ иерей Константин Лазукин. Божий, причастниками прими, не во врагом твоим тайну поверь,
не лапзані ці там, як Іуда, ну як у розбойник ісповідаються, помінімо Господі во царстві Твоє, да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих, Твоим Господом, новое исцеление души и тела. Что в современном обществе появился новый термин «непрактикующие христиане». Так себя называют люди, которые считают, что регулярное посещение храма – это необязательная вещь в их религиозной жизни. Однако, если мы заметим, как нас учили и как эта традиция освящается в старине, мы увидим, что богословская мысль тесно связана с тем, что человек посещает храм и вместе приходом все возрастают, вместе слушают проповеди священника, вместе разбирают евангельские чтения, вместе стараются созидать свою жизнь. Недаром, наверное, поэтому и храм назывался домом, вторым домом, где люди заботились о его благосостоянии, о его благолепии храма, украшали его, старались в храм принести дорогие иконы, этим самым подчеркнуть, что они действительно для Бога хотят отдать самое дорогое, что они имеют. И вот современная реальность показывает нам, что крайне либеральное общество перестало именно так традиционно мыслить в направлении домов и храмов. Мы видим, что и сегодня в Европе часто случаются храмы, которые находятся в запущении, или в них открыты концертные залы, кафе и рестораны. Этим самым показывается, что современное общество перестало заботиться о том, что является самым дорогим в их жизни. Очень хотелось бы, чтобы люди, которые приходят в храм, чувствовали, что они действительно находятся в общине, как бы в семье, той семье, в которой мы называем друг друга братьями и сестрами.